Как козы обгрызли дерево. Похлеще кроликов. Ну да. А жирафы как обгрызли. Жирафы тоже кору едят. Угу. Сама удивилась. Поросенок думает, что они здесь кушают. Татьяна сказала, что здесь родился у родные овечек маленький ребенок. Но я его вчера не нашла. Я пошла весь дворик. Пойдем, вот сейчас смотрю плохо. Найдем малыша и кенгуру сфотографируем. Ой, как он смешно пузичка чешет. Не видели. Вчера даже козы были.